Привет, ребята! Сегодня мы посмотрим неудачные дубли записи Five Nights at Freddy's 3. Надеюсь, вам понравится! Народ, ну давайте посерьезнее уже! А то свои части по всему аттракциону собирать будешь! Привет! Мне очень нравится, что меня пригласили в третью часть. Там я буду главным героем вместо Фредди. Представляете, я буду боссом! Только Фредди, зараза, все никак отстать от меня не может. Сцена вторая, дубль первый. Все хорошо, я в норме. Вы знаете, мне кажется, что Фредди мне завидует, а все потому, что его нет... Все потому, что его нету в третьей части, и теперь я... Мотор, камера, поехали! Эй, черт, камера! Сорян. Да как же ты заколебал! Надо зайти и покричать, Спрингтрап, давай! Проклятые рудники! О, ты ж бедный кролик. Да не смотри. Бонни, ты Спрингтрапа не видел? Не, я его не видел. Что ж такое? Я так и знал, что та пицца была лишней. Не, ну ты прикинь, опять застрял. Когда мама мне говорила, что я особенный, я и не думал, что моя суперспособность застревать в вентиляциях. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. И пишите нам, если вы аниматроник. Может быть, мы вас примем на работу? Yes, I am victorious. Woo-hoo-hoo-hoo! What a trickster cheater. 10:27 p.m. Товарищ. А чё там, никакого отдыха не будет, что ли, мне, я не понял? Я думал, будет какой-то отдых, там, сборка сил, подготовка к новой смене, инструктаж, пистолет.
Фу, какая страшная собака. Закрой дверь. Закрой дверь! Надо закрывать дверь. Ты чего? Вы чё, ребятки? Вы же мне писали, что он не вылазит с самого начала. Он взял и вылез. Я не буду поднимать камеру. Эту закрою. А это мне заяц кнопки сломал. Я молодец. Так, а что с волком там? И волка нет вообще, нормально. Ааа, ведь только хотел нажать, ведь только хотел! Хотел, падла, только что нажать, думаю, сейчас волк прибежит. Вот чуяло что-то во мне, вот это чуяло, оно сейчас прибежит, волк возьмет, падла, и прибежит. Он взял и прибежал. I'm withdrawing my child support. I want to be hip with kids. No. Inhale my dung and rage.
that child. Smoke weed every day. Damn, son.
Воу! Ты кто? Ты... ты от меня отстань, слышь. Я, конечно, понимаю, что ты симпатичный, красивый, но ты... До свидания, спасибо, что приходил. Заходи еще, мне, в принципе... Ты смотри, что творят! Все три системы поломали! Вы чё там, Эс, говорили, что я не понял? Вы должны вообще с друг с другом никак не взаимодействовать, вы отдельные... Вы личности, ребята, почему вы подражаете друг другу? Играйте отдельно, медведь ушел нахер отсюда! Медведь ушел, сказал, падла! Время 5 утра. Давай, и что ты сделаешь мне? И что ты сделаешь, время 5 утра? Чё вот ты мне сделаешь своим бесполезным взглядом? Своим пустым, механическим... Пошло нахер, сраная сигнализация! Я все, я сижу до 6 утра, ничего не знаю. Ты думаешь, меня испугают твои красные лампочки, что ли? Да? Ты думаешь так? Ну давай, давай. Нет, я не успею задохнуться. Очень хорошо. Ты такой мелкий-то, слышишь? И вот это, падла, меня пугало. Да ты посмотри, же его можно как комаровым прихлопнуть, тупо прям... Эй, домой иди уже, слышь ты, чмошник. Не, ну это, конечно, качок, тут не обсуждается. Это эмблема шин Мишлен.
hours later. Я не понимаю, почему курица самая блатная из них. Почему именно на курицу надо реагировать именно мгновенно? Почему не на медведя? Игра называется «Медведь». Фредди, мать его, медведь. Вот сейчас сработало. Отвечаю, сработало. Я тебе в пузо плюну. Плюну в пузо, будешь потом отмываться, а мою харчу не отмоешь, когда я злой. Я тебе серьезно говорю. До свидания. О, смотри! Старого Фредди нашел этого золотого, желтого, зеленого, как его называют. Старый медведь стоит, ему насрать вообще на меня. Он стоит, он как бы дурной. Медведь, на. Прилез, собака. Беложопая. В смысле, он синий? Но жопа у него по-любому белая, потому что я им сейчас напарю ее, потом она будет красная и синяя, а потом атрофируется и отлетит. Тихо. Спокойно. Пацан, что ли, пришел? Ну, конечно, естественно. Все, он мне все поломал. Нахер тебя. Пиппи, get a job! Ah!
А может как-то дверь надо закрывать? Она же вроде как... Опа! Первый пошел. И что надо было делать? Опа! Понято. Ты понял, да? Ты понял, да? Откуда? Ты кто? Я не понял, ты-то кто вообще? Право. Где? Шкаф! Опять налево. Право. Лево. Сзади. Право. Лево. На кровати. Нет его. Шкаф. Дай, тварь!